В результате реализации новой программы аварийность на дорогах Нижегородской области должна снизиться на 3,5% до 2024 года. За 12 месяцев 2018 количество ДТП в регионе увеличилось, однако число погибших в авариях сократилось больше, чем на 200 человек. На видео пресс-конференции с главой областного ГИБДД Павлом Ржевским обсудили основные направления работы ведомства. Это, конечно, сокращение смертности на дорогах, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ну и, конечно, с участием детей. На сегодняшний день в области зарегистрировано 1,5 миллиона автомобилей. В управлении госавтоинспекции идет работа по программе «Минус 50». Ее цель – сократить количество очагов аварийности на всей территории региона. В нашем городе их три – перекресток Зерново-Арзамасская, Зерново-Садовая, а также Музрукова-Строителя Захарова. На дорогах Нижегородской области увеличилось количество ДТП с участием пассажирского автотранспорта аж на 33%. К сожалению, 7 человек в них погибло, 7 пассажиров. На дорогах нашего города, к сожалению, также зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов. В ближайшее время по всей области пройдет операция «Безопасная поездка», в ходе которой сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами общественного транспорта. Дарья Цыпарынина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.